Так, друзья, мы тут вот небольшой такой компании Москва, опять. Ростов, Краснодар. Олеся, я из Москвы. И вот сейчас с нами тоже женщина из Краснодара, да, Татьяна. И Ги, конечно же. Ги, привет. Всем привет. Мы едем, наконец-то собрались, едем на Кындык. Будем смотреть с вами горячие источники, купаться, плескаться, мазаться грязью целебной. И все вам покажу и расскажу, как поподробнее, как, что, сколько чего стоит. Так что едем на Кындык наконец-то. Mm-hmm. Еще грузинский, еще абхазский. Да. Чайная фабрика была раньше, видите? А что, чай выращивали? Советская. Да? Ну, говорят, что у вас и сейчас чай выращивают. Сейчас. Так, друзья, вот мы приехали. Уважаемые посетители, вход платный 300 рублей. Режим работы источника с 8 до 20 без перерыва и выходных. Так, проходим сюда. Погодка немножко прохладненькая, мы, видите, в курточках, но в источнике будет, я думаю, тепло. Здесь такой интерьерчик симпатичный. Вход, и вот здесь мы сейчас будем оплачивать. По 300 рублей на одного человека. А посещаемость здесь по времени сколько хочешь, да? От 9 вечера же, да? До 8. Не, ну то есть, если человек приходит, тут он сколько хочешь может, да, находиться вот так. Хочешь, да. За 300 рублей хоть с утра до вечера. И кафе там есть, сейчас посмотрим. Так, друзья, здесь оплачивать только наличными деньгами. Карту не принимают. А участники действительно бесплатно? Действительно. А, участники войны Абхазии. Абхазия бесплатно. Да. Так, смотрите, здесь есть шкафчики, в которые вы переодеваете, закрываете и берете ключик с собой, чтобы не потерять. На руку надеваете, видите, есть специальные резиновые такие штучки. Так, здесь у нас, смотрите, продают сухофрукты, магазинчик такой небольшой. Потом зайдем с вами. Вода, соки, небольшой кафе. Так, ну мы идем сейчас в переодевалку. Здесь где-то есть переодевалка. О, как хорошо, народу не очень много. Красота какая. Смотрите. Так, идем. Идем, будем смотреть, где тут переодевалка. Так. Ну, мы не знаем, посмотрим сейчас как. Да, да. Вот, смотрите, как все здесь выглядит. Вот это самый горячий. Там вот спину все массажируют. Как массаж идет, здесь разные такие. Собачка с щенком лежит. Несколько бассейнов. А сколько бассейнов здесь? Четыре бассейна. С разной температурой воды, и правильно? Грязевые ванны отдельно. А где грязевые ванны? Дальше. А, и дальше там грязевые ванны. Вот, и вот несколько бассейнов, вот, видите? Холодная вода тоже, с речи, видишь, подчающий, натуром бочка. Если вот. Хочешь закаляться, вот там бочка горячая, холодная. Горячего, холодного. Ага. Так, вот переодевалочки такие, вот они, переодевалочки. Переодеваемся и быстро ныряем в теплые бассейны. Вот так. Если что-то лишнее, у вас место для смыва грязи. Вот там написано, я вижу вдалеке. Так, Ира мажется грязью сейчас. Пошла на процедуры грязевые. Так вот, да. Выше. Я так не намазала. Страшно. А у вас как крылья. Да.
фотография зависла. Ну так штук 7, наверное. А фоткай ты меня тоже? А давай. Давай, мы встретились с Ириной. Встретились. Приехала женщина из Тюмени, тоже Ирина. Мы с ней встретились, моя подписчица. А встретились мы с ней еще в Интерсукум. Она заселилась ко мне в отель, в отель, вернее, Интерсукум, и мы на завтраке встретились. И вот сейчас вместе здесь на грязевые ванны пришли принимать. Как вам здесь вообще? Нравится очень. Очень нравится. А вы же скупали? Я влюбилась в Сукум. Да? Я влюбилась в Абхазию. Ну вот, не зря я рекламирую Абхазию. Да, к нам здесь очень хорошо относятся, очень любят. Путина любят. Да, Путина да, любят. Да, Путина любят. Поэтому... Так что спасибо вот такие встречи. Ирине. Можно батька сказать, можно сказать, сболтовала. Ну, отлично. Друзья, ну мы довольны, розовенькие. Такая легкость после этих сероводородных источников, вы знаете, просто кажется, как будто я похудела килограмма на 3. Вот такое у меня сейчас ощущение. Просто какое-то сказочное прям легкость. И у всех. Вот я девчонки говорю, а у вас тоже так? Они говорят, тоже так. Мокрые, но счастливые. Так что всем рекомендую. Здесь можно вот перекусить. Шурма, колбаски, горячие пирожки. Вот здесь я видела, где-то продают. Собак здесь очень много. Ой, а щенки какие, я вам сейчас покажу, если мы там не убежали. Собаки, смотрите, какие все охотничьи. Пирожки какие-то, сейчас посмотрим, что за пирожки. Так, кофе, чай. Так. А это что, это хачапури? Это чмак, просто сыр. А, ой, вкуснятина. А сладкие булочки какие есть? Повидло, вот это мак, изюм, орех. Ага, мне тогда одну с повидлом. И давайте две, наверное, вот такие вот горячие. Да. Пакет положить вам? Пакет. Сколько будет стоить? Так, получается ровно 400 рублей. О, еще здесь есть вот такая палаточка. Я смотрю, что еще надо. Поджите. Уберите весь мешок. А что, орешки. Самое, если у меня все там. Да, вот, у меня и банка нет здесь. Что я покупаю-то? Вот надо идти, у меня даже телефона нету. Смотрите, какое загадочное место. Здесь очень красивые фотографии получаются. Смотрите, какое. Ладно. Бьет сероводородный случай. Нет, а что там? Там же взятие так навалено, и оттуда идет вас. Я тоже хочу такую фотку. Всем привет еще раз. Я села тут в атмосферном таком местечке. Сзади меня тоже, смотрите, какая красота. Это кафе Дэм. Сейчас переверну, покажу. Такое вот атмосферное местечко. Я вот здесь сижу, у меня за окном панорамное окно. Уже взяла бокал вина. Так красиво здесь. Музыка приятная играет. И вот здесь у меня справа окно. И там прям сейчас плескаются дельфины. Прям очень-очень много в море. И видно, что они такие маленькие, дельфинчики. Такое местечко красивое. Здесь очень вкусно. Я опять заказала фасоль свою любимую. Можно с орехами, можно без орехов. Я заказала без орехов. Вот. И заказала еще барабулю. Мне так захотелось. Я вот смотрю на этих рыбаков, и мне так захотелось рыбки. И я решила заказать барабульку. Так что буду сейчас свеженькую вкусную барабулю кушать. И взяла, правда, красное вино, хотя к рыбе белое положено, но мне хочется красного сухого. Вот. Так что сижу, отдыхаю. Надела сегодня... Надела сегодня вот эту турецкую кофточку, потому что обгорела, я все прикрываюсь пока.
Так, мне уже принесли горшочек, сейчас покажу. И вот здесь вот такие лепешечки, прям теплые. Они очень вкусные, они с семенами. Так, здесь семена подсолнуха и тыква. Тыквенные семечки. Но очень вкусный здесь хлеб. Вот кто попробует, сюда придет один раз, его будет приходить только из-за него сюда. Очень вкусный. Так, мне уже принесли вот еще сейчас барабульку. Несколько, сколько рыбок? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь рыбок, по-моему, 270 рублей стоит, если я не ошибаюсь, но потом я вам точно еще скажу. И здесь фасоль. Такая вкуснятина. Вот в таком виде она, но она очень вкусная здесь, очень. Приходите, попробуйте. Уже ароматы специй пошли, вообще обалденные. Такая вкуснятина. Буду кушать. Здесь фасоли так подобраны специи. Вот умеют они. Дома так не получается у меня, вот сколько я не пробовала. А вот это я готова есть каждый день. Очень вкусно, просто потрясающий вкус. И видно, что рыбка такая свеженькая, прям, да? Еще не пробовала. Фасоль вот ем, просто вкуснятина. Вместе с этим хлебушком. Друзья, так вкусно, я не ела уже, наверное, 200 лет. Я съела всю барабульку, она была чудесная. Просто я теперь вот так вот намазываю на хлебушек вот эту вот ореховую пасту, можно так сказать. И это так вкусно. Я всем советую прийти в это кафе и попробовать. Попробуйте обязательно вот этот горшочек с фасолью. Вы просто обалдеете, какой это вкус. Настоящая Абхазия, понимаете? Это очень вкусно, я вам советую. Это кафе «Эдем». Вот, находится на набережной. Машина подъехала, это, я смотрю, белье в гостинице привезли. Вообще здесь пешеходная зона, но они заехали буквально вот чуть-чуть, чтобы вытаскивали белье для... наверху, вот гостиница «Эдем». Так что советую, в общем, очень вкусно, я просто в восторге. Вот, ну вот какой раз я уже сюда прихожу, я уже сюда и друзей своих приводила, когда мы приезжали. Всем очень нравится, потому что здесь действительно очень вкусно, очень. Ира, если ты будешь смотреть меня, ты, наверное, вспомнишь этот чудный горшочек. Это винишко и красивый вид за окном. Так, сегодня я все-таки попаду в это кафешко, попью здесь, посижу чайку. Сегодня здесь народу не так много, так что... Здесь какой-то еще магазинчик рядом, смотрите. Минус 50%. Мандарин называется. Вещевой. Так, ну я сюда. Кафе «Аппетит». Сяду за этот столик. Какая атмосферка здесь. Буду ждать меню. Так, сижу в кафе «Аппетит». Улица Конфедерата, 27. Так, что я заказала? Я заказала американо себе и вот такой вот тортик. Что-то тут с карамелью, ну, в общем, какой-то необычный. Я такой ни разу не пробовала. 220 рублей, по-моему, стоит. И 100 рублей кофе. Буду пробовать тортик сейчас. Тортик, вы знаете, он как торт-мороженое. Очень вкусный. Там орешки присутствуют. И какой-то еще необычный вкус такой. Я даже не пойму, что это. Но очень вкусно. Обалденно.